Антон, с победой тебя. Первый вопрос. Вспомни момент, который ты не реализовал в самом начале. Да, был такой хороший момент, считаю. Ситуация из ничего. Защитник подскользнулся, убежал. Понимал, что, в принципе, куда я бил, туда и наметил. Просто не попал в ворота. Но самое главное, думаю, что в этом моменте, что не ушел в себя, не потерялся. И вот где нужно было, там исполнил. Все правильно, ты не растерялся, забил скоро. Как там все произошло? Хорошая комбинация. Мы, в принципе, разыграли, что и наигрывали. Далер убежал в свободную зону. Я уже кричал ему, что можно сразу стрелять, и так как чувствовал, что один. И просто хорошо, хороший пас и хорошее завершение. Счет после 50-й минуты 3-0. Это по игре или такое сечение обстоятельств получилось? Вы знаете, мы забили то, что, в принципе, до 50-й минуты, какие у нас моменты были. Потом единственный момент был, где мы могли еще увеличивать разрыв, но не забили. И где-то, наверное, психологический момент чуть сыграл, наверное, свою роль, и мы пропустили ненужные нам голы. Тебя заменили. Как в концовке смотреть вот такой валидольный матч со стороны? Знаете, да, такой это не просто, когда ты сидишь на скамейке. Лучше, наверное, в такие моменты играть, потому что это реально двойной стресс какой-то. Но ничего страшного, все ребята молодцы, что дотерпели, сражались до конца.